Каждый желающий мог получить консультацию от врача-онколога бесплатно. Диагностировать визуальную форму рака, получить рекомендации специалиста, пройти скрининг тестирования организма – все это можно сделать в Центре общественного здоровья. Необходимо предварительно записаться по телефону 32 58 08. Я решила, раз это бесплатно, тем более очень быстро, можно сходить. Доктор посоветовал понаблюдать, и при малейшем же проявлении вот как-то активности в этом месте обязательно очень быстро обратиться. Злокачественные новообразования кожи стали самым распространенным типом рака в 2020 году. С любой бородавкой, папилломой можно жить без медицинского вмешательства. А вот если вы столкнулись с опухолями злокачественной системы, нужно незамедлительно обратиться к врачу-онкологу. Наиболее частые факторы, которые способствуют развитию опухоли, это генетическая наследственность и наличие излучения. Каждому человеку следует производить самообследование кожи раз в месяц. И в случае выявления каких-либо изменений в пигментном образовании, либо появления нового образования, не характерного для других образований, стоит обращаться все-таки на прием к врачу-дерматологу. Весь февраль в Центре общественного здоровья пройдут большое количество акций, лекций, семинаров, бесед в режиме онлайн для жителей региона. Все на тему профилактики и лечения раковых заболеваний. Цель мероприятия – привлечь внимание людей к своему здоровью. Регулярное прохождение профилактических осмотров и обследований позволяет выявить заболевания на ранней стадии, что дает возможность эффективного лечения. Берегите себя. Алина Тихонова, Даниил Сурков. Новости Улправда ТВ.